Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! С вами Марина на канале «Мои 6 соток». И если вам интересно, то я расскажу вам, как получить вот такой букет из сухоцветов. Цветы сухие, годами может стоять. Здесь вы видите статицу, разновидности, разные статицы. Ксератум казачок. В общем, вот такие сухоцветы у меня в вазе. Сейчас я вам покажу, как это получить. Я срезала вот такие сухоцветы. Статицу, ксератум. Вот они все. Итак, я срезала и подвесила в бане. Просто обычным способом. Потом вот эту листву, она засохнет, я ее просто уберу. А цветочки, они и так сухие на кусте. Вот так она у меня будет сушиться. Также и статится. Вот в таком виде сушатся мои сухоцветы. Кроме сухоцветов, я сушу мяту, мелиссу и базилик. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго и до новых встреч! Пока-пока!